Руки чесались, не мог вот на это варварство смотреть. Получается, была вот такая вот скрутка, плюс еще она полиэтиленом, но это даже там нету, ну, не было изоленты, просто полиэтилен. Ну это вообще варварство, и соответственно это вообще ненадежно. И возможно на корпус выдавало некоторое количество вольт. Вот такими кусачками, стриперами произвел монтаж вот таких вот наконечников в вилку. Вот немножко не по фэншую получилось, потому что у меня нет вот для заземления. Пришлось использовать такой наконечник, но вышло очень даже красиво. Единственное, что вилка не продуманная, и пришлось этот наконечник немного изгибать. Ну и вилка в собранном виде.